Да, но я считаю, что любую страну, не только Украину, а вообще любую страну должен представлять и быть лидером человек. Это уже, если исходить из нашего предыдущего опыта, в первую очередь не пьющий или в меру пьющий, достаточно эрудированный, волевой, харизматичный. Кто это бы мог быть на Украине, я затрудняюсь ответить, но... В любом случае, человек должен нести ответственность за то, что он делает. И я бы сказал, все-таки в нем не должно быть жестокости и равнодушия к своим гражданам.